Алексу очень нравится идея проекта «Всем миром», и он уже является участником нашего сообщества. Но есть небольшая проблема. Как выяснилось, у Алекса очень мало друзей, и он совсем не умеет приглашать. К счастью, в проекте работает система «Бизнес-автомат», которая позволяет получать новых партнеров, не приглашая их лично. Ежедневно наш сайт посещают десятки тысяч людей со всего мира. Многие из них узнают о проекте из открытых источников и регистрируются на сайте без личных приглашений других участников. Такие регистрации автоматически распределяются между участниками, подключившими услугу «Бизнес-автомат». Услуга подключается участникам на один месяц. Алекс уже подключил «Бизнес-автомат» на июль, забронировав для себя одно место. Вслед за Алексом услугу подключили Кристина и Марк, забронировав 5 и 10 мест соответственно. Таким образом, весь июль система «Бизнес-автомат» будет распределять новых участников, регистрирующихся без личных рекомендаций, между местами Алекса, Марка и Кристины. И вот наступил июль. Первые свободные регистрации уже поступают в систему и моментально распределяются между участниками «Бизнес-автомата». Для того, чтобы распределение шло справедливо и у самих участников не возникало желания ускорять работу «Бизнес-автомата» фиктивными регистрациями, каждый новый цикл все места в очереди перемешиваются в случайном порядке. «Бизнес-автомат» не прекращает свою работу ни на минуту и будет распределять свободные регистрации между Алексом, Марком и Кристиной в течение всего месяца. Июль подошел к концу, и можно подвести его итоги. Алекс, подключивший одно место в системе «Бизнес-автомат», получил к концу месяца 100 новых партнеров. Кристина подключила 5 мест и получила 500 новых партнеров. А Марк, который подключил сразу 10 мест, получил 1000 новых партнеров, что в 10 раз больше, чем у Алекса. Остается лишь обучить новых партнеров особенностям работы в проекте «Всем миром», и активный рост партнерской структуры не заставит себя ждать. Хотите получать новых партнеров, не приглашая их лично? Просто подключите «Бизнес-автомат».